Всем привет! Сегодня у нас в обзоре 10 копеек 2001 года. Кто наблюдает за моим каналом, я ее купил на рынке на барахолке за 500 гривен. На выходных был у меня ролик. Если кто-то пропустил, обязательно посмотрите. Монетка просто в отличном состоянии, шикарная. 500 гривен. За такую цену можно купить хоть мешок их. Жалко, что тираж был маленький. 10 копеек 2001 года была выпущена банкнотно-монетным двором Нацбанка Украины специально для коллекционных наборов. На реверсе монеты указан номинал 10 копеек. На аверсе герб, логотип монетного двора, надпись «Украина» и дата 2001. Состояние вообще божественное просто. Высокая стоимость объясняется тем, что монету невозможно найти в обороте. 10 копеек 2001 года имеет повышенное качество чеканки и встречается в частных коллекциях. Тираж монеты всего лишь 5000 экземпляров. Монета считается редкой. Особенности монеты. Размер рисунка 14,3 мм. Сам венок немного удален от канта. В пятой грозди черенок подходит к первой слева ягоде. Насечка гурта мелкая. Цена на 10 копеек 2001 года может меняться в зависимости от спроса и предложений на рынке. Покупать лучше у проверенных лиц или на аукционах, либо же вы можете обратиться в нумизматические клубы в вашем городе. Диаметр монеты составляет 16,3 мм, вес 1,7 грамма. Гурт рифленый, металл алюминиевая бронза. И сейчас мы с вами посмотрим на весах ее вес. Вот у меня такие вот китайские весы очень хорошо помогают в работе. Поэтому, если у вас нет таких весов, настоятельно рекомендую купить. Отклонение допустимо. Монета оригинальная, пересмотрел очень много раз. Перед покупкой и после покупки на всякие случаи. Я уже не первый год работаю с антиквариатом, и в итоге я купил эту монету. Цены на аукционах достигают 1400 гривен. Мне интересно, сколько она будет стоить после Нового года и особенно в 2019 году. Потому что украинские монеты показывают сейчас очень серьезный рост. Кто занимается монетками Украины, тот это все видит. Цены взлетели, конечно, просто космос. В этой монете у меня уже зазор явно 900 000 гривен, это довольно-таки неплохо. Но будем ждать после Нового года, насколько она поднимется. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!